Путин ждет Трампа. Путин, во-первых, верит в то, что победит Трамп, как, кстати, большинство российской оппозиции. Вот, ну, то есть люди живут в своем мире, они, то есть, не очень хорошо разбираются, значит, в политических процессах других стран. Ну, это, слушай, их так и пропаганда убеждает в том, что будет так, что в какой-то момент они начинают это верить. Это информационный пузырь, в котором они, то есть, все варятся, да? Вот, они в это верят. Значит, но вопрос в том, а будет ли это означать какой-то такой резкий антиукраинский крен, я не думаю, на самом деле. То есть я уверен, что Трамп первое, что сделает, это действительно постарается, как он это говорит, решить конфликт за 24 часа. То есть он наверняка позвонит Зеленскому и позвонит Путину и скажет: так, пацаны, давайте за стол переговоров.